Čaute, vítam vás u môjho nového videa, pokiaľ ma ešte nepoznáte, moje meno je Iper. Vítam vás u 19. časti z našej Let's Play série na hru Metro Exodus. V mojej časti sme konečne dostali do tej oblasti, ktoré sme boli. Tých indiánov a teraz dneska ideme pokračovať do nejakého zasneženého mesta, kde hromada radiácie a sme mi na to dosť pripravení, takže budem nejak môcť zdržiavať, poďme na to hneď. Fast travel. A tom celú mapku som nevšimol. Aj máme. Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. Сам, что там с радиацией? 8 разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Давай за мной. Good luck. Мы вас не подведем. Пройдемся по плану.
Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Эй! Да? Ваше снаряжение, полковник. Спасибо. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Артем, принимай снаряжение. Точно нам снаряжение управлять. В рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Он был расчет все такое идея. А, браконец, а. И пипл. Опа! Со щитом или на щите? Ладно, сэм, да. Ну шо, готовы? Готовы. Ну, Артём, вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. По коням. А что он шофер, я хочу кровать. Узнать тупо. Так, там что? Артём, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребят. Аху. Кроме нас, ей надеяться не на кого. А ведь зараза бесит, а на аху.
А, кивают нам, так кивают, Илэр. Сколько вагонов стоит? Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не выходить. Меньше радиации схватим. Но мы рискнем. Ну, как тебе дорога к мечте? Не жалеешь? Только давай эти переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Ну, застава. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. А, танк. Так, где мы? Без очку. Всем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. О, да. А, там сейчас пойти? Танко. О, ну и он, по-моему. Краса. Осторожней, береги машину. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. О, сколько снега. А буря все усиливается. Дико выглядит. А то стоял мертв. Полноценный, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Черт, ладно, ладно. Давай направо, деваться больше некуда. Давай, Батмор, налево. Ладно, ясно. Не торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Аккуратнее, Артём, аккуратнее. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Эй. Давай туда. Так обратно на проспект выходим. Ты на главную. Эх ты, ёпперный балет. Снова пробка. Тут о! Так, nevím, trachni mezi ně. Dobré. Все, приехали, черт подери. Дальше на своих двоих придется. Но разбежить, фон все растет, фильтров надолго не хватит. Окей. Пен. Алло, пич. А, добре. Мам, иступи. Давай, 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 не останавливайся.
Фома. Осторожно, снег глубокий. Окей. Окей. Проблемы. Афуята. Абонкуя. Nemohli sa v lete. Bolo by lepšie v lete? Á. Tak u metro. No hej, ale musím jeho patrne. Do vlaku. Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра. Ничего себе, тут все привалило. Так, Валя. Есть идеи, как попасть в тоннель? Паком? Через вагон? Давай помогу открыть. Вроде вас не отворить. Ну, 3-4. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли что-то слышал. Паучины. Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт идет в двух шагах. Метро-то тут не особо глубокое. А радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче, но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели. Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Дышать, похоже, можно. Давай мапу, пора бы. Эй. Дай мало мапа. Одно метро. И тут твари. Танчи, дядь. Сейчас полезу, но ничего, нам не впервой. Прямой дороги нет. Артём, смотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. О, время лаком. Чем стоял то? Пойдем. Попробуем протиснуться здесь. Вон проход. Давай. О, тут проход, что я? Артём, держись! Не видел туда. Получай. Эх, новый друг. Как ты, цел? Ну что, еще охота? Так и красота. Как не трапить? А, добра. И ну проса. Поравил. Это черный браса. А, помоц! Браса! Какой-то клоняй. Какой-то браса.
Сталкерская, знаешь, как релка? Ты просал в тебя. На корабль выстрелял отсюда. Ааа, да тебе покой. Эден. Ура. Энтон. Нет, ты си чурак. Я страху со мной. Топор давай. А, толстому не трафил. Вот зараза. Похоже, родичи наших московских убийц. Дальше. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Что же эти твари жрут тут, интересно? Людей-то нет? Алой, алой, алой. Dobre, kamoš. Dobre, týmto, dobre. To je čím sa... Som tam maskal práve. Артёма, смотрись тут. Может, найдёшь что-нибудь. Михаил Иванович, это Фёдоров с 12-го участка. Тут такое дело. У нас фильтры и труха совсем, а на сибирской твоей осенью поменяли. Поселишь детей моих? У тебя там народ сидит. Потом запас кончился, а радиация так и не упала. Ну и все. А, лут. Лут, подразделщий лут. Ну, еще лут. Снова тупик. Мост обвалился. Обычно в таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся, попробуем обойти. Эй, кучены. Поволоны. Отторня. Už byla jsem to nějaký další. A vsadím. Slyšel, co to bylo? Ne. Odrazu mě to kvačil. Musí ty skočil do vody. Точно что-то есть. Надо скорее выбираться. Ну, малый. Будем делать. Здесь можно вылезти. Возрождённый. Он и он. Красная, да?
Aha, tu sa dá, okej. Po v tej vode. Tam ešte nevidel. Похоже на ту яму в Москве, правда? А, мисс, парада. Они что, вела лучше пришли, да? А, так ничего. Так, айдал далее. Айдал то. Ručku mal. Radiaci. Ready back. Кстати, трупом не больше года. Может и тут кто-то еще остался. Будь начеку. Давай наверх и смотри в оба. Ono to ešte nejakú nebudú. Что же у них всё-таки случилось? Prdele, ja som to videl. Tam z tej obyčky sa nejakú dispať budú dať. To napásto tam. Не заварила нас тут. А пыли-то. Ну, вроде держится. Идем. Добра, добра. Кажется, окраины станции. Погоди, фальшфейер зажгу. Пошёлся. Подожди, на голубо. Ё-моё, всё-таки война. Альхори. Смотри, они держали... Аки лут? А, гломец. Видно, подкрепление не успели. Пошли на станцию, может там что-то прояснится. Юный танк. ДШК, вечные защитники. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. А выживших тут видно было немало, пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Эй. Вот и пойми теперь, что лучше. Ложь и жизнь, или правда, и смерть. Что? Что-то мне не по себе. Майсходники нам тут справили. Či si čupia guti, čo? Dajme tu čo tagu. Ty kak? Ničivo ne merečnica. Radiácia. Chvatanuli my poriadošno. Арена. Могила. Тут бой и закончился. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. Нужно не дать один из них. Красы. Что это? Слышал? Полмос про... Тише. Вот, еще раз.
А? Какого чёрта? А, слушай, стоп. Такай. Оп. А? Вот еще маску. Усим. Вау. Я мислим тебе, ну, сейчас и помочь. А, камень писочка, если с ним поради. Вот это да. Вот их. Вот он и пройдем. А если накалил. Будто мертвецы. Полосочницы. Давно парить. Попали в самое логово этих тварей. Ладно. Давай попробуем открыть ворота. Помоги-ка, Артём. Взяли. Обра. Хватит, пошли. Как я понял, это станция Сибирская. Тут должен быть переход на другую ветку метро. Ой. Ну, тут отсюда. С радиация. Маску насадить. Видишь, баллоны. Хлор. Траванули всю станцию. Вот откуда такая гора трупов. Им тут, похоже, не до шуток было. А? Пришли, черт его. Эти ворота нам не открыть. Ладно. Вот она, да? А? Вон ты, ворота. За мной. Попробуем вернуться в технические помещения. Значит, местные... Он бы нас не трабажит, вот так вот. С Новосибирском связи у нас никогда не было. Они? Потом Лора пёрка. Сразу после войны Комитет обороны решил скрыть все признаки жизни в убежищах, чтобы предотвратить новые ядерные удары. Смотри, сколько пыли. Давно тут все забрали. Да. Людей, защитить их от внешних угроз. Свобода! Мертвецам свобода. Артём, осмотрись, ты может найдешь что-нибудь полезное. Это все
Все метро строились похоже, так что здесь должна быть вент. Мапа метро. Вспомнилось. Zase sneh. Zase radiácia. Tak, po ideji, jestli pôjdem priamo, vyjdem v ventilačný tunel a odtuda v susedný putevoj. Важно, что тут раскочи. Артём, слышал? Будь наготове. Смотри, эта решетка не закреплена. Глянь, что там. Проверь эту трубу, я прикрою. Давай, я тебя прикрою. Цайпу. Стой! Давай подсажу. Давай. Удачи. Это на хробач, портмалый. Пацан. Здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. А, в другом. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Выходи, не обидим. Артём, держи! Стоять! Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Осколок». А больше я вам ничего не скажу, можете сразу Хлебников. Убивать. Значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете? Я не заском! Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам командиру?
У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда! Тут уже недалеко до станции! Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артем. Стой! Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха, а ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артем с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Черт, наскочи! Посадите меня! Давай. Скорее! Просал, что ты тут продавай, брата. Ну что, еще охота? Я сел на отцовку. Гранатами! Ну идите сюда! Ладно, КВР. Включаешь меня, а? Прорвемся! Сегодня вынести у меня. Хочу бить. Живи, скотин! Нравится, нравится, твари! О, умра. Раз мы их срасли. Видишь, как удирают. Вот это я понимаю. Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить. Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Ха, живой! Пирток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворот открою. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Я поставил справа. Пачи. Добра. Уютно у вас тут.
Там треба заврать? Там брану. Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Девался? Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так что выжили. Артем, смотри, спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алешей потерялись. Откуда это у вас, рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артём, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник? Слышу хорошо, как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших, они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой, Артём в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Но она настолько ослабела, что... Аврора, повторите. Прием. Аврора, как слышите? Прием. Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! Без антирада на улицу нельзя! Осталось 3 ампулы! Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Кстати, если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будет готов. Ох, лучше на ней. Фильтр не забыл восстановить. Там будет негде. Может, на другой полке? Да и тут тоже. Покажут у Бэтта Рогац. Скажи, Кирилл, а как все же получилось, что вы с отцом остались одни? Зеленка. Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше кто в боях, кто при пожаре погиб. Понимаешь, что делал? Входы охранять никому, ну мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Ясно. Прости, что напомнил. А, да ничего, я привык. Так что, с колокольчиками? Ага, да. Вот она где! Кстати, вам велико пачило. Я так понял, что вам лайк. Понятно, не одобрите член канала. Адубер, зачекайте звоночек, а я вам не дальше видео. Это внутримышечное. Введите, если плохо станет. Увидимся на следующем. Дальше видео. Чему они выживали все это? Ауте. Время.